Бля, кинжал мне отдали. Ну, ты... Вон, ебать. Ова. Это жесткий инс, да? Так. О, хуя РБК, куда? А мы уже регнули. Ну чё, пошли, пошли. Знаешь, пошли какой-то канал отдельный, чтобы не мешать никому. Пугарей 2 пошли. Спидарейд. Не расскажите там, чё кого бить пиздить. Я хуй знаю. Не агришь ты все подряд, нам налево надо идти. Я тут. Ага. Вот это не выглядит. Клан дамага нормальный по области. На самом деле были быстрые. Я три не тестирую. Я вам мелихас воткнул. Ебать, ты куда? Вад нахуй! Так не агрессивно. Сука. Так ебучий. Ну, у меня отхил живучий скоробей 16 тысяч, прикинь. Так, вот тут правее гол, тут по минимуму поле, вон того инженера. Любой пол. Это один вихрь, да? Бля, ебучие лаги, да что такое с этой хуйнёй? Опять у меня клиент фри. О, отлично. Ты чё, опять сдох? Да, ты ж не хилишь. Бля, я пролагал, нахуй. Вот, а чё такой маленький, ёбаный? Да это инженер дебаф даёт. Это что, босс? Нет. Ебать. Я лутанул ключ. Бдилку на меня повесь. Хотя бы. Блин, это же босс. Не, это не босс, это так. Миник, можно сказать. Так, кто? Ты лутанул, значит, второй твой. Ну там два ключа надо лутать. Куда? Их не обязательно собирать вообще, пошли. Куда, где? Вот этих двух, а потом направо вниз. Дальше по лестнице не иди. Ты если на пачку этот самый вихрь захочешь дать, алый, ты на пул нажми. Спасибо, Кэп. Без напула лучше не тыкай.
дебилька вообще. Давай, стой. Вот здесь стой, направо. Назад. Заходишь на вот эту хуйню, прыгаешь стой. И агришь. Давай. Вот этих пидоров, да? Да. Прыгайте быстрее, там робот идет. Блять. Ну он меня сагрит. Где? Что? Спрыгивай. Да блять, не могу. Тут текстура ебанутая. Киль, блять! Живые дал. Давай, цепу. Бать, ебало трещит. ШВ спасла рейд. Куда? Он сюда, вперед. Так, сюда? Чё я такой маленький, ебать? Так, этих не надо? Надо. Надо вот этих. Нет, вот этих справа не надо, вот, которые впереди нас. Впереди надо, да? Нет, стой! Блин. Вот слева, которые стоят. Да, дожми ты на пул. Я, блядь, автоатакой срываю с него, что я могу сделать? Мне каждый раз на пул уже... Конечно, блядь. Так, короче. Сюда надо в три роги ходить, ну. Чё, робота, да? Да, по-быстрому под герой зальем. Главное, сбивайте кассу щита. О, он быстрый. Ну я попробую забить помочь. Рефлектик по криталу. Ну я что-то сбил, хуй, или ты? Вот да. Не, у меня мисс был. Тут полярности, как на этом. О, изи плащ. Хватай петуха вот этого. Вот, да, большой. Все, да давай, Агри. Да все, нахуй, поздно ждем. Там, блядь, Сенцов стоит. Подождем, лучше пока вернется. А че, этих не надо петухов? Не-не-не-не. Не, это лишнее. Че? Надо дай вот пить. Этих двух стражей врат убить, там дальше проход откроется сзади. Зачем он назад пойдет? Только, блядь, из-под удара молотка уходить, вон там пишется, типа, взмах. Давай, кидай в него хуйню. Отверни. Нормально, успеем пройти. Он даже ударить не успел. Лутай его. Чё, куда идти? Назад. Ключ какой-то, да? Там два ключа собираешь, там сундук с лутом, ну похуй на него. Там обменки, да? Вот эти, справа. Там на них кликнуть надо, чтоб собрать ключ. Давай, Агри, потом. Этого робота надо? Да, дальше в проход идем. На лестницу. Там слева сундук. Я хуй с ним. Ну ладно, пойдем откроем. А что в сундуке?
Отдай ему второй кристалл Элрей, пускай он откроет. Я дал ему уже второй кусок. У тебя два кристалла юзанина, их просто юзани. Они объединятся. И открывай. Вот, сундук открывай. Ага. А чё там? Лут. Ебать. Всего. Смотри, ебать, топ для протовара. Ебать, кто-то внизу остался. Да это лифт лагучий. Че, все, один босс остался? Ага. Короче, стой, на боссе стой. Просто стойте, туннельте его, я захилю. Похуй на трэш сначала чистим весь. Ну трэш-то понятно. Давайте бейте трэш, я попью чуть-чуть. Прожмитесь там еще. Не сагри только. Бро. Бля, лох дебил. Вот ты там тринки не хочешь ДПС надеть, чтобы хоть как-то агро держать? Это не поможет. Да поможет тебе, серьезно тебе говорю. Я у тебя срываю просто автоатакой. Бля, ну Локу, наверное, нравится одному, блядь, бить один таргет, нахуй. По 3 минуты, блять, я не знаю, он не хочет бить один с другими пацанами. Следующую пачку веду. Шай, пацан наслаждается своими 8,8к ДПС. Так чё, это босс, да? Стой, да, я сейчас отопьюсь до 50%. Угу. Просто стойте и, блядь, туннельте его. Вообще похуй. Крикни на хп хоть. Кричал. Да, на хп. Я ж сдох. А, все, увидел. Все. Чё. Вообще похуй на огонь, просто стойте, я поставлю тотем. Нужно больше ярости. Главное бурстанить хорошенько. Давай пуляй. Чё это, блядь? Демон забей, они сами бегают. Просто бейте босса. О, с них порезали урон. Раньше что, можно да? было этих элемов пиздить. Чё, ласт остался? Да, здесь не торопись просто. Да я помню. Сбивайте врачу анестетик и бейте его первым.
походу ласта не успеем. Ага. Похуй. После ебута нас сюда же кинет. Ну да. По идее, если не выкинет. Бывает, выкидывает, но это, блядь, как звезды сойдутся. Ну. Вроде последнее время пофиксили, я уже сколько раз релогался, блядь, и выкидывало меня, нормально оставляет спать. Куда пройдем? Да, конечно, пройдем. Можно будет еще потом время. Главное, на темный лабиринт не попасть. А там что? Да там, блядь, с первого босса просто пофиксили, теперь багом не убить. Там МК кидают. Босса можно пропускать. Можно пропускать? Как? Ну, ты про Огра сейчас говоришь или про демона? Там первый про босс Огра. Это демон, а не Огр. Про Огра. Да я даже не считаю его за босс. Потому что его все пропускают. А что, за баг пофиксили? Ну, там можно было. Один танк подходит, пуляет, ждет МК. Его кидает в МК. Все стоят там в проходе. Бой не ловит. Он просто глазом выходит и, короче, босс больше МК не кидает. Все остальные подходят и добивают. А, да это хуйня. Нужен просто нормальный, блядь, танк и нормальный ДД. Нет, и в любом случае... Которые знают, как пушки... Ну, это пушки, это одно, блядь. Но там все равно можно пизды получить. Блядь, я помню, удочкой кого-то захреначил. Там, наверное, даже профитнее ПВП одевать. Что там за бой? Раньше... Контроль дает или что? Да, на 10 секунд. Да, МК всей пати. На 10 секунд. И никак не сбросить. Ни андедом, ни тримором, блядь, ничем. Там очень хорошо иметь приста в пати, ШП. Или обычного приста. Они эфир кидают и все. Не знаю, за ШП там бегал, блядь, вообще никогда эфир не кидаю. Постоянно, нахуй, смотрю, у меня касты идут, это, блядь, палец и взрыв разума, и все время кому-то ебало ломаю. А если тучка не в КД, блядь, точнее в КД, то мне пизды дают сразу же. Там типа приор идет, милики сразу идут тряпок бить, нахуй. А тряпка, короче, кастеры танка уебывают сразу. Как-то так. Не, ну сейчас вообще эти новые инсты на изи проносятся. Я даже с рандомами регаю, блядь. Особо проблем нет. Ну, бывает, конечно, когда вообще пати говно, блядь. А так, если четвертая ката, то вообще на изи. У меня плюс четвертая ката, блядь, 230 это было. Конечно, изи, они ж понерфленные. А ну, не сильно, но парни... Ну да, там вообще пиздец. Там у мобов по 500к плюс хп было, блядь. У трэша. Да бред, вообще нахуй такое делать. И шмот 239 падает. Вообще не баланс. По-моему, даже эти, блядь, старые РБК сложнее, блядь, чем эти новые. Че, успели пронести? Нет, последний остался. У нас тоже. А вы где? Ах, кататься. У нас пеханал. Это тюрьма, где в конце этот жук, нахуй, да? Да. А в ботанике кто ласт? Какой-то этот, рогатый? Тринт. Тринт. Кузнец, кто это? Властелин колец смотрел. Вот там, ну, вот дерево. Это, короче. Дерево такое здоровее. Как же там его звали-то? Сейчас ачивки выдадут за годовщину Сируса. А маунты не дадут? Пета. Древень, блядь. Ну это в фильме. Там такой же, как понял, в Ульде, в Оранжерее. Ага. Вот эти, блядь, миники. Третья там... чего? Хуёво, что-то с РТ получается. Люди не приходят, что за хуйня вообще? Ну так Джайна, кто на Джайну хочет? Да как раз таки я так посмотрел, блядь, все косячники и пришли, а нормальных людей нету, так, которые нужны. Понимаешь, это, блядь, все о шмоте речь. Вот, сука, я как помню, на циркуле одел, блядь, персадного бис,
нахуй, второго создал твинка, начал его гонить по обычкам, потом по герам. И как РТ, ну типа, войд, зайти до ДК по танче. Я давай уламывать, нахуй. Хочу за кота там, блядь, кому-то писать, чтобы потанчили. Все, я. Бля, вот не знаю, никогда такого за собой не наблюдал. Единственное, мне вот в 10 обычки всякий влом начинает ходить бисом. А так, блядь, в ХМ нужен шмот, не нужен, вообще похуй. ХМ, да. А причем здесь бисовый войд? У нас в ДВ статике есть кто-то бисовый? Не, ну проблема-то в том, то, что вот сейчас был сбор, и не пришли люди, которым шмот не нужен. А косячники, которые, блядь, типа, вот, я буду получать ГП, не пойду на РТ, они как раз-таки все и пришли. Ну, нет, потому что, блядь, Лёха обещает одно, а по факту совсем другое. Обещалось, блядь, что косячники, которые будут косячить один и тот же косяк, один, ну, несколько раз подряд, это кикс гильдии. Нихуя я такого не наблюдаю. Я наблюдаю только эскалацию по ГП, и все. И то людей, людям уже похуй на ГП. Не, ну по факту эта куча ГП началась не так давно. Видимо, он как раз сейчас и людям дает испытательный срок. Не перестанут косячить. Возможно, это РТ и будет, блядь, с киками. Это не исключено. Ты-то тоже не знаешь всех его мыслей наперед. Ну, типа, ходить месяц, блядь, и не убивать Джайну. Я, честно говоря, этой хуйни не понимаю. Есть такое. Там элементарно, ты пойми, там элементарно нет состава. То, блядь, РДДшников не хватает. Блять, Войд, хорошо, давай, РС. РС проще, чем этот, чем Джайна, да. В разы. Там, ну, прощается очень много ошибок, блять. В то время как в Джайне оно не прощается. Ну, все вот эти косяки, скажи, блядь, слаки и т.д. и т.п. Видишь, в РСе, блядь, роляет, вот смотри, в РСе роляет только хороший танк и хороший ДПС. То есть там даже хилов особо там, ну, типа... Им да. Нужно хилить, да, ну как на лече примерно. Да ты не скажи, нужно хилить, блядь, все равно всё. Там сложнее. Ты хилил РС вообще хоть раз? Да, да. Хилил вот. На дереве, на изи. Приду... Да хули дерево? Придурков, которые лужи ловят, блядь. Вот, вот. Если аутисты не могут выбежать из флейма, из трая в трай, каждый ну, божий, да, блядь, да, трай, да, кто-то да. Умирал. Ты знаешь, все, я... все эти Тимычи, блядь, Драгонсоны, еще там кто-то, по КД просто. Ты знаешь, и при этом я они сам... остаются в гильдии. Я сам умирал в этой в луже, но это, сука, было на циркуле. И вот я когда умирал, это ебать, это было, наверное, раз в год. Это было раза два или три, блядь, когда я умер в луже. И лужа, вот у нас один килл был. Короче, сначала зергом убивалась резко, а потом ее что-то пофиксили, усложнили и сделали так, что в свету, когда никого нет, метеор падает прямо под босса, ну, в центр. Появляется трэш. Ну, типа, там нереально убить зергом. И стали бить по тактике трая, типа, блядь, трая или два месяца. Потом мы ее убили. Фишка в том, что вот ее убили, там лужа разливалась за 2 секунды. Вот тупо метеор упал, он падает так же медленно, но сама лужа, она быстро разливалась. То есть, ну, ебать. Мы из той лужи выпрыгивали. А лужа, которая здесь разливается, она разливается 5 секунд, нахуй, или 6. Это ебать, это... Из нее, чтоб не выбежать, это надо быть ебаным имбецилом. Ну, это огонь, нахуй. Кто от него умирает, это в натуре надо пятихатник сразу ебашить. Весь секрет в том, нужно просто при перебежке, блядь, пробежать чуть вперед и подождать, посмотреть, куда льется лужа. И пиздец. Угу. Единственный раз, блядь, подох на огне, и то только потому, что я череду нажал и думал, да бля, ладно, хули, череда, а ты, что я быстро пройдет. Ты перед пройдет. Чередой ложный нажми, и нормально будет, выживешь. Оно не спасает, Войд, не спасает ни кош, ни ложный, от этого огня нихуя не спасает. Почему? Вроде должен резаться. Спасает, если хил среагирует, то спасает. Оно не режет урон, я уже чекал. А, ну хуёво, значит. Я специально под ложным заходил на один тик в лужу во время пула. Мне было интересно, сколько оно нанесет и сколько оно за. Вот почему-то стаки, кстати, урон от стаков на синдре, оно режет. А-а-а. Заходит, пускает. Баш. Сейчас проверим, выкинет или нет. Это не должно. О, третья годовщина Сирус. Да, но только без пати. И глаза нету. Так, кто там был? Давай патики. А чё вы у меня в пати показываете?
У нас нету двоих, пать. А. Что там за говно прислали? Есть кота? Глаз? Слушай, нихуя, у меня живой щит, короче, столько абсорба. Хуйню абсорбит, конечно. Живучесть корабея. Отхил какой-то, что ли. Обдануться. Достижение не показано, надо обновлять, походу. Заебись! Смотри, какой спутник. Где вы там? Призрачный барсик. Ты вызови его. Иди, спутники. Че? Где он есть-то, блядь? Вы где, блин? Меня подожди. А, так надо почту-то юзануть. Я дорогу не знаю, нихуя. Есть почта? Я ее занул, иди ко мне наверх. Наверх поднимайтесь. Да прыгай вниз. Вы это... Меня-то это самое, куда я вот куда-то бегу, хуй знает куда. Так же, как бежали, ёптать. Так, вот я куда-то пробежал, направо, да? Или нет, нихуя? На лестницу, потом справа с перилы прыгай вниз. Так, с перилы. Блять, тут кубики такие розовые. Это чтобы достижение написалось, это, наверное, надо это обновить ваучером. Так ебать, это задавит. Великий подвиг. У тебя нету, что ли? Нет еще. Все, у меня есть все. Где там почта? Есть лрей почта? Я уже поставил, бегите к нам. А, ну, блядь, там а надо как? Будет пулить мобов на лестнице, нахуй, не нужны. Пошли, потом в Долоране посмотрим. Они где? Они там, за мобами или что? Да они сзади. Давай пуляй. Да ща у меня посмотришь. Вон, смотри, за мной квадратик ездит. Лол. Сука, квадратик. Да. Сейчас, значит, еще ребут. Это как с крысой было. Ну да, потом она станет зеленой, блядь. Сначала ее вообще видно не было. Точнее, ее даже юзануть нельзя было. Да еще видишь. Еще сегодня 23-е, поэтому не пришли. Просто ты говоришь, 3 недели еще не собираются. Значит, просто зацепили хер. Чего еще раз? Типа не приходит на РП. Да ну, блять, ну, серьезно, уже какую? Уже больше месяца люди не приходят на допроносы Джек. Потому что, ну, одна из причин, я уверен, это то, что они боятся, блять, получить за слак, который обычно в мейн статике спускают, ну, просто, типа, да, ты заслакал, то есть, ну, это не критично для рейда. У нас же из-за долбоебов, которые делают это из трай в трай, это уже критично. Блять, сам... я месяц, больше месяца хожу, блять, я не забирал ни одной шмотки, потому что мне по факту, ну, особо ничего не надо. Мне нужны шмотки, только срезки. И фетиш с Джайн. Я пришел сюда ради Джайна, блять, по факту. Джайну там и убили, блять, но забрать я нихуя не могу, потому что после того, как мы убили, мы просто Джайна не убиваем. Нахуй это цирк.
вот этого заклинателя пустоты, пиздоль. Бля, ну хуй знает, я думаю, это долго тоже не будет продолжаться. Либо, блядь, я не знаю, тут два выхода. Типа Лёха хуй забьет на БВ рейды. Либо будут какие-то, блядь, изменения в кадрах. Ну, какие изменения? Этих обмутков может мотивировать только кик из гильдии. Уже, я просто другого варианта не вижу. Да я тоже думаю, только так. Тут ШВ надо давать? Если увидишь, что кого-то возьмет в МК, меня, например, лучше дай стан, либо дизаром сразу. Здесь тоже может МК брать. Что-то он, по-моему, забыл про эту способность. О, красная полироль. Какие-то рецепты. Кто же? Сука, вагон, блядь. Еще и вагон выигрывает красную. Нахуй ты его обратно взял в пати, скажи мне. Он еще и камень выиграл. Он был в пати, я его не кикнул. Он его не кикнул, он был в пати. Надо было его кикнуть, парень матери. Он еще и камень ночи спиздил, вот. Ой, блин. РТ, ну, блядь, скоро. Че, больше не будем регать? Да в пизду.